настроение. Но для гуманитариев тоже есть варианты. Ищут специалистов, которые умеют работать с людьми. Это соцработники, психологи и журналисты. Количество автомобилей в Москве превысило 8 миллионов. Об этом рассказали в «Коммерсанте» со справки простым почтовым отправлением. Установить точное место перемещения. Песков. В воскресенье перед жителями Турции был построен. Сегодня в Москве на 1000 жителей приходится около 400 транспортных средств. Больше только в Дубае и в Риме. В столице Италии, например, на каждую 1000 жителей 700 машин. Так что наши пробки не предел, еще есть куда стремиться. Самым первым режимом. Лежат конфискации, как орудие преступления. А 90 дней режима ЧП, который действует в стране 9 месяцев, событий лет прошлого года, когда в Турции произошла попытка переворота. Парламентские выборы в стране 8 июня, сообщает BBC. Ждем подробностей, с чем это связано, пока к другим темам. Российские помидоры не будут дешевыми, им не помогут ни эмбарго, ни увеличение мощности российских производителей. Ну, по крайней мере, так считают в институте Гайдар. Сейчас помидоры в магазинах стоят в 3 раза дороже, чем цена, по которой возят в Россию, говорится в исследовании Академии народного хозяйства, института Гайдара и Всероссийской академии торговли. Ведущий эксперт института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов не согласен с такими оценками, считая, что вины производителей в дорогих томатах на полках магазинов нет. Во-первых, надо сравнивать цены на одном базисе, а не просто там какую-то виртуальную цену там и здесь. Там издержки логистики, НДС, пошлина на растаможку, кто-то считал наценку всех этих оптовиков. И 3 раза там это лукаво, там не 3 раза, гораздо меньше. Вот. Я лично покупал огурцы, помидоры в прошлый вторник. Теплицы в кошере, которую новую построили в прошлом году. Помидоры 100 рублей, огурцы 60. Вы где-нибудь в Москве такие цены видели? Нет, в том-то и дело. Что, получается, тогда ритейл задирает, что ли, цены? Ну, не без этого. Не без этого, вот. Ну и сама система...
Что у вас? Thank you.